хожу как коллектор. Всем привет. Мой день начался со СДЭКа. Хожу как коллектор, собираю со всех пунктов выдачи свои посылки. Вот очередная китайцы, в общем, прислали мне СДЭКом часть заказа. Итак, всем привет, это новый день. У меня сегодня было какое-то бестолковое приветствие, поэтому я решила перезаписать. В общем, сейчас уже середина дня. Вчера я была на свадьбе, думаю, влог с того дня уже выставлен на канале. Сегодня мы уже поездили по всевозможным почтам, пособирали пришедшие ко мне посылки. Заехали во Вкус Вилл, который совсем недавно открылся у нас в городе. Вот, как доедем, покажу, что купили. Вот такой небольшой анпэкинг. В общем, это молоко, не мне. Хлопья многозерновые, это все вот мамина пища. С сестрой имбирных пряников им захотелось летом. Сыр какой-то клевый, может, даже я попробую. Мягкий с творогом и базиликом. Так, теперь about PP. Я обожаю собу. Удон для разнообразия, для полезных тортилья. Взяла вот эту со шпинатом, это пшеничная. Кокосовая сгущенка. У меня есть овсяная. Где она? Сори. Вот. Мне захотелось еще кокосовой для своих панкейков, которые я делаю почти каждый день. Собственно, для этого я взяла муку ржаную, цельнозерновую. А обычно я использую рисовую. Сейчас я купила просто безглютеновую. Что это? Хочу попробовать вот эту. И мороженое. Вот здесь есть просто без сахара. И вот эти без лактозы. Вот эти два мне. Вот это тоже молочное с кокосом и брауни. Это просто что-то невероятное. В общем, я рада тому, что Вкус Вилл у нас открылся. Можно радовать себя такими прикольными снеками. Также я недавно заказывала вот такой видеосвет. Сейчас установлю. Открою его и покажу. Вот, я прикрутила к нему крепеж. Он может вот так надеваться на камеру, вперед-назад выдвигается. Короче, это тупорылые китайцы мне прислали мне этих аккумуляторов. Вот, я заказала для него аккумуляторы, но что-то мне подсказывает, что они не подойдут, блин. Ладно, сейчас откроем и посмотрим. Вот для них зарядка, сами блоки. Так, ну, в общем, я попробовала установить, он не работает, я так полагаю, что он разряжен. Поэтому нам необходимо их зарядить. Так. Так. Ну, как вы поняли, свет я настроила. Кайфово работает, два вот таких адаптера, к ним зарядка. Не знаю, посмотрим, насколько хватит. По идее, часа на полтора одного должно хватать. Заказала его, потому что мне не нравятся вот эти кольцевые, и от них вот эти вот кольца вот здесь и в очках тоже отображаются. Но здесь тоже квадратик, но мне нравится такой свет больше намного. Как видеооператор я могу отличить хороший от плохого. Короче, вот так. Всем привет, это новый день. Я сейчас с мамой иду к портной. Сегодня не просто день, сегодня выпускной моей младшей сестренки. Вот поэтому мне нужно кое-что там подкорректировать, чтобы мне подшили немного топ. Вот и в нем я пойду на вручение аттестата для моей сестры. Также нужно забежать на почту, естественно. Но нескончаемый поток посылок не перестает приходить. Вот, на самом деле я заказала кучу всего интересного для съемок. Вот поэтому я очень жду, пока я еще в Новороссийске, чтобы успеть все это отснять. Поэтому пусть приходит. Как-то так. Я сниму платьишко. В общем, ура! Мне все сделали, все подшили. Сейчас мы идем на почту. Мне должно прийти мой подарочек, да, мам? Да. Книжечка. Книжечка, вторая часть, но уже не трилогии, он уже больше написал, этот автор песен. Вот автор Анисы, сейчас вроде как Ниной, или нельзя, я не помню, какую я заказала. По-моему, нельзя. Нельзя, вернее.
Вот. Потом еще на эту почту, на которую должны прийти аксессуары для моей съемки. Она очень долгожданная. Осталось выбрать только локацию. И договориться. Мам, не на эту почту. Дальше. Я же тебе говорю, возле МТС этого. Да, все поняла. Выбрать место и день. Вот, фотографировать меня будет Женя. Она в последнем влоге была в качестве модели. На этот раз она будет снимать меня. Сейчас пойдем домой открывать. В общем, мне пришла книга «Нельзя». Мне понравилась первая часть этой книги «Несы», поэтому попросила подарить мне вторую часть «Масло для кутикулы». И еще одно в дорожном формате. Сейчас открою, покажу. Заказала вот такое масло для кутикулы от Mio V с шиммером. Гляньте. Красота. Веля. Привет. Что скажешь моим зрителям? Понятно. Ты не разговорчивая сегодня. Да. Ну окей. Вот такое масло. Это обычное, просто в дорожном формате. Что, я не открою, что ли? Открывать все одно такое, это просто. Ну, такое вот. Мы сели в машину с моей супернервной сестрой, которая переживает. Закроешь, пожалуйста, аккуратно только сумочку. Да, у нас остается 6 минут, чтобы доехать до визажиста. И будем делать макияж. Да что ты загадываешь глаза? Ты потом будешь смотреть мой влог, потому что я знаю. Погнали. У моей сестрички сегодня выпускной. Прямо. Давай. Привет! Привет! Мудо. О, посмотрите. Вау, какая девушка. Итак, мы готовы. В общем, моя сестра уже с образом, с макияжем. Что ты можешь сказать по поводу макияжа? Я секси. У меня тут тоже все супер, все классно. Сейчас мамулька спустится, и мы выдвигаемся, потому что мы опаздываем. Так, внимание. Самая красивая выпускница. Самая красивая. Я самая да. Самая пунктуальная. Мне придется это запикивать, потому что мат на YouTube запрещен. Распуши волосы. Давай, мамуля, мамуля. Мамуля. Торопимся, я со вспышкой. Мама, камера. А так вот. Друзья. Чтобы ты понимала, пока мы прошли, все мужчины сделали вот так. А у меня вот такой наряд. А так выгляжу я. Я тебе уже показала, мамуля, ты самая красивая. Короче, ребят, всем привет. Не знаю, сейчас я посмотрюсь, ладно. Ладно, меня ничего не справит. Короче, всем привет. Я сейчас приехала
на шугаринг, потом я иду к косметологу. Также у меня сегодня у сестры празднование выпускного вечера в кафе, поэтому я ее отвезу вечером, привезу. Плюс мне надо еще съездить забрать маску мою любимую от Glam Glow, которая закончилась. Я ее заказала вчера, вот она уже сегодня пришла, нужно заехать ее забрать. У нас сегодня жуткий апокалипсис, шторм и конец света на улице. Я вообще в резиновых сапогах, блин, в шортах и в резиновых сапогах. Сейчас переобую кроссовки, побегу на процедуру, вот, после встретимся. Чао. Меня молния не ударила. С одной стороны, очень клёво, приятно, как будто Денвер, не знаю, штат Массачусетс, снимаем сумерки. Какие-то такие у меня ассоциации приходят с такой погодой. С другой, это кайф, когда ты сидишь дома и тебе особо никуда не надо. Мне сегодня много куда надо, поэтому я даже не успеваю насладиться вдоволь. Я только что смоталась в Красную площадь, забрала маску. Я уже ее подкрывала, чтобы проверить. Вот так оно выглядит, мега сайз, так и надо. Ой, потому что мы используем вдвоем, с сестрой нам не хватает. Сейчас, короче, ой, зеленый, поехали. Сейчас мчу косметологу. Эта маска офигенная, я покупаю ее уже, получается, второй раз. Первый раз я увидела у блогера, которую смотрю, Инна. Она, в общем, ее тоже использует уже много лет, и я решила попробовать, она прям вытягивает поры, как-нибудь ее сделаю, на видео покажу. Вытягивает весь жир вот этот, и кайф от нее, потом кожа такая блестящая, сияющая, чистая. Я делаю ее прям смело пару раз в неделю. Взяла большой размер, потому что до этого брала там вроде как 4, вот. Мне казалось, что я взяла сам большой в такой коробочке, но нет, в общем, сейчас... Все, это максимальный размер. Надеюсь, нам хватит подольше, потому что предыдущий нам хватило всего на месяц. Вот. Но мы обладатели комбинированной кожи, склонны к жирности, поэтому очищать кожу нам прям каждый день необходимо. Обычно мы используем щеточку. Ну, я, если конечно, говорю за себя. Я использую щеточку и в качестве, ну, типа профилактики, вот, эту маску. Так, в общем, я только что вышла от косметолога. У меня большинство кадров, по-моему, вообще почти все из машины. Ну, сори, погода не позволяет ходить по улице особо. Вот, мне сделали пилинг, чистку, как вы можете заметить. Я думаю, что свет позволяет рассмотреть все мои покраснения. Сейчас еду, звоню сестре, еду по ее делам. Не может никак выйти из машины, красотка. В общем, второй день. Сейчас покажу вам образ. Прическу я, между прочим, сделала. Так, иди сюда. Покажись. Для моего влога. Повернись. Европа, в Европу. А, ну вон Европа, вон. Огонь. Ой, красиво. Всем привет! Я по традиции показываю свой набор на творческую съемку. Здесь у меня видеосвет. Мне кажется, что мне сегодня понадобится камера-вспышка. Здесь всякие мелочи, типа украшений. Скотч, ножницы, булавки, клиническая помада. Все, что может понадобиться. И все то, о чем обычно забывают. А сегодня у нас съемка в Брау Дюрсо. Я сейчас уже выезжаю к модели, которая красит. Вот, беру вот это все небольшое. Всем привет, всех приветствую вновь на моем канале. А прежде чем начать рассказывать о сегодняшней съемке, я хочу призвать вас всех подписаться на канал, поставить этому видео лайк и написать комментарий, поскольку для меня и для продвижения канала это неимоверно важно. У нас сегодня такой план. С утра я проснулась уже, сделала тренировку, подготовила все вещи к съемке, загрузила их в машину. Сейчас я выдвигаюсь к визажисту, где красит нашу модель. Далее мы едем на место съемки. До этого мы заезжаем в магазин за реквизитом, за цветными сигаретами.
Далее мы едем в Абрау-Дюрсо на место съемки. Сейчас мы должны быть там. Я рассчитываю на 1,5 часа, потому что жара неимоверная. А вчера было прохладно, даже холодно. Пасмурно, дождливо, шторм и все такое. Сегодня ужасно жарко. Вот, будем как-то выживать, выкручиваться с положения. Что еще забыла сказать? А после мне необходимо заехать в Ленту, кое-что купить, потому что завтра мы с моим молодым человеком решили на пару-тройку денечков уехать в ближайший город Геленджик, чтобы немного развеяться, вот, побыть вдвоем. И мне необходимо докупить кое-какие мелочи. Короче, такие планы. Все, вы со мной. Продолжайте смотреть этот влог. Иду забирать модель. Привет! Я, естественно, с этой штучкой с собой. Вау, как красиво! Гляньте. Сразу в кадр. А тебя снимают, нет? Приятная усталость, у меня прям сон, если честно, клонит. Я сегодня сделала тренировку утром, встала пораньше, сейчас в прямом режиме вставать в 10, ложиться в 10, встать сегодня в 7, сделать тренировку. Ну, как бы, я себя уже плохо чувствую в 6, если честно. У меня глаза почему-то краснючие, не выспавшиеся, и какой-то прям упадок сил. Вот я бы прям сейчас легла и уснула. В общем, съемка у нас прошла невероятно круто. Немного мне грустно от того, что это была последняя съемка с Лерой, поскольку она совсем скоро уезжает. А пока она не улетела, никто не говорит куда. А я из тех людей, которые точечно выбирают девчонок и снимаю их, пока я вижу с ними образы. То есть все эти девочки, которых я когда-либо снимала, они меня не вдохновляют единожды, они меня вдохновляют многократно. Поэтому, собственно, я их и снимаю. Вот. Я очень точечно и избранно к этому подхожу. Я не снимаю всех подряд. Я очень люблю каждую девочку, которая со мной поработала. Естественно, Лера одна из любимейших. У нас с ней было очень много съемок. И думаю, что мы также поснимаемся в будущем. Уверена, что у нас все получится. В общем, она про тот железобетонный вариант, когда ты уверен в том, что у тебя не будет проблем с позированием, она четко фокусируется на нужном настроении, характере съемки, и это 100% качество. То есть это всегда очень правильные позы, очень правильный ракурс, я ее обожаю за это. Вот, и каждая съемка у нас всегда, ну, супер, в любом, там, какой бы образ ни был, что бы ни происходило, всегда это выигрышно. Вот, в общем, на сегодня это все. Надеюсь, что вам понравился бэкстейдж, завершающий эпизод этого влога. Призываю вас подписаться на канал, поставить этому видео лайк, написать комментарий, какой из всех предшествующих эпизодов вам понравился больше всего, почему. Буду ждать этого всего. До встречи в новом влоге. Чао!